здравствуйте. Ритуалы утренние. Хорошая штука. Я, будучи молодым, долгое время, каждое утро пил крепкий чай. И это очень длилось лет 10, наверное. И точно так же, если я с утра не попью крепкого чая, болит голова и прочее, и прочее. Сейчас же вот эти утренние ритуалы, они изменены для меня лично. Я начинаю день с тепленькой водички. Кофе существует в моей жизни, но это не первое, с чего я начинаю. То есть я не думаю, что это зависимость. Это всего лишь какая-то вот такая последовательность действий утренней. Там кофе, сигарета, допустим. Ну, можно ее точно поменять на что-то другое. Это выбор каждого, конечно. Сложно сказать, что это зависимость от утреннего кофе.